Ну я не буду. Пиджаки. Хотя у нас мы стараемся один раз в день выходить и всем отделам продаж немножко повисеть на дубике. Обозначает инсайт. Обозначает инсайт. И в этих ящичках, коробочках это инсайт. То есть это те идеи, которые приходят. И мы здесь так, такая некая магия. Мы генерируем идеи, вот этот всплеск, когда и нас вперло, мы что-то поняли, осознали и начали его потом оформлять, крутить, придумывать. И... Что еще показать у нас интересно? Ну, системная компания. Это наша орг-схема. Как в любой нормальной компании у нас есть почки. В офисе. Да, у нас все расписано по процессам, у нас все отделения. Ты можешь все, just do it. Пишем наши правила и потом их выполняем. Это такой сейчас дашборд, мы потом сделаем в электронном виде. Тут вот каждый день меняются сводки, таблицы, что происходит, сколько лидов за ночь, сколько обработали, такой горячий. У вас были поступления? Да. Денежный бубен живет здесь. Я его купил в Египте давно, и как-то принес Жене, говорю, это денежный бубен. У нас, когда приходят деньги, не появляются, мы стучали. И это стало нашей традицией. А потом мы поняли, ну это же серьезная традиция, надо ее как-то правильно оформить. Мы сделали такой скрижаль. И есть правило, денежный бубен живет здесь. Денежный бубен любит, когда в него часто стучат. Стучат в бубен только при поступлении денежных средств. Звук денежного бубна радует всех сотрудников компании. Звук записывается и отправляется нам в группу Telegram. Я денег не получал, я не имею права даже к нему прикасаться, но в случае такой съемки я просто покажу. Менеджер, который получает, приходит деньги, сводка, он берет бубен, снимает, его аккуратно стучит, если просто, чтобы он не стукнул. И здесь есть такая фраза, мы радуемся твоей победе. И коллеги, соответственно, менеджера тоже поздравляют, обязательно пятюнчик надо дать. Да. Пятюнчик. Если чем больше сумма, тем как бы звон громче. Вот у нас вот такая наша маленькая внутренняя традиция. Меняли несколько раз концепцию здесь. И графики у нас были, и разные показатели. Сейчас ребята ее немножко переначали. Просто некоторые вещи приживаются, а некоторые приживаются не сразу. Компания «Новая идея» начиналась здесь. За этим столом мы сидели вдвоем. Здесь сидел Игорь. Надо было один компьютер. Вот этот сейф. Он стерся. Он стерся на те клавиши, которые был код. Здесь сидел Женя, здесь сидел я. Мы менялись местами, когда нужен был компьютер. Все. И дальше ничего не было. По-моему, это комната, больше ничего не было. Ну да. Секретарь сидел. А дальше сидели другие. Да, были соседи. А потом постепенно соседи уходили, и мы по кусочку. Только кто-то ушел, мы сразу забирали. Морально подустаревшие наши работы, которые делались давно. Многие из них, кстати, до сих пор еще живут, их можно видеть. Но мы будем все менять, надо все менять. Потихонечку все обновляем, приходит время все менять. Вот, кстати, у нас в свое время мы такие вот награды получили. Это же 2011 год, черт знает когда. Это наша лампочка идей. Когда есть идея, мы символизируем это то, что мы постоянно должны что-то выдумывать, что-то должны генерить и что-то должны создавать. Виталий Александрович, руководитель компании. Скажи коммуникационную информацию. Нет, я же с отделом продаж, я всегда так общаюсь. Где деньги, мать вашу? Они просто стимуляция. У меня таких рупора три. Три рупора. И очень удобно. То есть смс-ки, они лучше сразу... Это долго. Это проще. То есть это лучше любой смс-ки. Ты просто говоришь информацию, что сразу ее получает. Верно? Все инсайты, все мысли записываются на доске всегда. Вот это был инсайт по VR-шлему. Евгений объяснял, как мы будем покорять виртуальный мир. Но здесь вот есть очень важная вещь. Я это дизайнерам постоянно объясняю. Вот любая задача, Сергей, ты меня поймешь, вот ставится какая-то задача. Вот правильно понять задачу достаточно 48 часов максимум. Даже если я себя считаю очень тупым человеком, вот реально. Я могу 48 часов понимать, что от меня хотят. А потом происходит 4 секунды инсайта, когда ты такой, о, я все понял. Вот это 4 секунды, так у тебя вкладывается картинка в голове. Потом 15 дней на создание проекта. И потом некое время для того, чтобы это реализовать. 4 секунды инсайта. Тебе говорят, ты слушаешь, задаешь вопросы, потом такое, не все ясно. У тебя так в голове дын-дын-дын-дын, это будет так.
Все, вот эти 4 секунды самые важные. Делали здесь ремонт, это старое советское предприятие, и я смотрю, вот они у нас, Коля, да? Он так держит эту штучку. Нет, как мусор так. И мусор собирают и выкидывают. Я такой, стоп, где это вы взяли? Говорит, да там оно вот это вот. Потом начал смотреть. Нашли автора. Год рождения, 1913 год. Здесь даже штамп Харьковского художественного музея. А ее хотели выбросить вместе с мусором. Когда там мы дадим ей следующий толчок развития? Да, это такой образ человека интересный. Сейчас таких образов людей очень мало, потому что все стремятся не у станка стоять, а кто у компьютера. Очень выразительный образ. Приглашаем на работу только сильных, только крепких. Испытай себя с нами. Игра называется «Дервиш». Я немножко устал. Мой мозг ничего не понимает. Нужно сбить, как называется, вестибулярный аппарат. Я сейчас себя закручу. Начну вращаться. И когда я потеряю... Ребята увидят, что я устал, скажут «стоп». Как только скажут «стоп», я закрою глаза, и они должны будут меня ударить или ущипнуть, как угодно. А я должен буду действовать так, как мне подскажет. Каждый показывает, кто он есть на самом деле. И говоря о том, что мы принимаем так на работу, мы устроим тишину. Мы не будем его трогать, мы будем просто пугать. Какая-то доля правды в этом есть. Ну что, каждый человек показывает себя в стрессовой ситуации, когда он устал. И будем писать просто наши желания. Пишем 3 минуты. Как, да, как обычно? Как угодно. Вот у каждого есть свое желание. Мы четко формулируем его в словах и начинаем прописывать, он обязательно сбудется. Ну что, поехали? Ух, я и фразу выбрал, ты капец. Бобер! Давайте теперь все, 3 круга сделаем и концовка игры. На R, рак. Да думай, сука! На чьи? Давай. На И, давай. По-моему, около 5 минут. Когда чем-то занят, ты уже на время не смотришь, мозг отвлекает, и все по-другому, да? Ну реально больше 3 минут однозначно просто. У каждого есть свой стаканчик. Стаканчик – это жизнь, как в компьютерной игре. Если его ударили, смяли, то тебе капец, садимся. Ты за нас будешь? Я еще. Эй, Дима, ты со мной? Конечно. Все, стоять! Предали, пока договаривал. Короче, 74 минус 7, 65. Ну давайте 65 бёрби. Мы играем в долгую, чтобы нас не убило эти 65 раз. Как тебе после 65, легко зашло? С небольшими, конечно, трудностями. В целом делаем сюда больше. Врет! На камеру здесь! Приятная усталость. Ощущение супер. Ну что, девочки, отдохнули? Мягкий дружеский бой. Просто легкая игра. Надо положить на лопатки, начинает. Женя, каждый, получается, борется 1, 2, 3, 4, 5 минут. Главное уронить. Одному измотать, а второму... Ты скажи. Не, это уже 5 секунд. Время. Они чуть-чуть свежие. Да. Когда ты занимаешься сам, ты сам себя постоянно жалеешь. Когда ты борешься с кем-то, противник всегда тебя тренирует сам. Он не дает тебе расслабиться. И это очень супер круто. Можете посмотреть сами. Смотрите, как Женя борется первый бой. И как будет бороться последний. Это очень круто. Ощущения прикольные. Тут именно важно рассчитать свои силы. И понимать, когда и с каким противником нужно экономить силы. А на кого можно воздействовать нападением. И когда ты вот несколько таких раундов прошел. И когда ты знаешь, у тебя всего 5 соперников. Ты уже каждого из них знаешь и под каждого немножко по-своему подстраиваешься. Как и классно, когда... В бизнесе помогает как? В бизнесе это однозначно помогает. Потому что мы все время сталкиваемся с чем-то новым. И к
Когда у тебя есть стержень, когда ты готов идти до конца, тебе все похер. Кризисы, карантины. Тяжело, больно. Тебя роняют. Ты падаешь, а потом поднимаешься. И все равно держишь свое дело. И каждый раз становишься сильнее. Вот так вот отдел продаж и выхватывает преференции руководства. Именно здесь, именно на татами, можно понять, лучший продажник, а кто не очень. Слушай, и, кстати, это отличная возможность, когда... Агась покупит и Руслан Агисов. Это отличная возможность всегда вот в равном бою попробовать соревноваться с руководством. И это значит, что у тебя за это ничего не будет. Вот у нас получился такой вот один день из жизни нашей компании. Кто-то скажет больные, кто-то скажет придурки, кто-то скажет молодцы. Каждый имеет право на свое собственное мнение, но мы такие, как мы есть. Может, кто-то захочет к нам присоединиться? Да, возможно, я уверен, кто-то захочет к нам присоединиться, и мы приглашаем сильных и крепких игроков к себе. А тем, кому с нами не по пути, мы желаем всего хорошего. И пусть у вас все сложится и без нас. Удачи, пока. Новая идея, за нами будущее.